Сегодня прекрасный день, а прекрасный он вот почему. Потому что впервые в Бишкеке открылся итальянский бренд нижнего белья Incanto. Incanto как звучит, а выглядит еще лучше. У меня с названием Incanto ассоциации такие. Это Италия, фильмы Софи Лорен, собор во Флоренции, Санта Мария дель Фьоре. Кстати, Санта Мария – это название новой, самой горячей коллекции Incanto. Из белого кружева, с использованием жемчуга, ретро-мотивов, нюдовых постельных тонов, ощущение наготы, стыдливо прикрытой небольшим кусочком роскоши. Как вам описание? Мне тоже очень нравится. Там же есть и платья, но они для особых случаев. Или другая коллекция – Calypso. Платье – то, которое на мне. Утягивает где надо, подчеркивает то, что красиво – мечта, а не одежда. И вот шикарный комплект на Ирине – леггинсы, бра и бомбер. Это смело, свежо и шикарно одновременно. Отдельная песня – это эффект черного кружева на бесцветной основе. Хит продаж и привлекательная во всех смыслах вещь. Универсальность такого белья оценит каждая из нас, не правда ли? Эта коллекция называется «Галия». Вообще, Incanto делают даже спорт-коллекции. Они как будто знают предпочтения каждой из нас. Идеальная посадка, ткань, фасон, цвета. Их дизайнеры явно понимают нас, женщин, но не забывают и о мужчинах. Небольшая мужская линия Incanto тоже имеет место быть. А чулки, они практически не рвутся. Я могу продолжать бесконечно. Дорогие дамы, не стоит экономить на собственной самооценке, пусть она будет такой, как вы мечтаете, а нижнее белье Incanto можно себе позволить. Первый этаж, торговый центр, Азиамолл.